Двигаемся дальше. Дальше у нас матч лидера СНЛ «Динамо» СПБ, которая на условном своем поле в Великом Новгороде принимала «Ротор». У «Ротора» собирается по-настоящему боевой состав. Наконец-то форму набирают Роман Сердцедалов, Сысуев, Султонов, что и продемонстрировали в этом матче. Ну и кроме того, Владимир Романенко стал настоящей находкой для волгоградцев. Романенко становится настоящим лидером своей команды. И почему именно Романенко, вы сейчас увидите. Пока что наблюдаем за атаками «Динамо» СПБ. В первом тайме именно бело-голубые владели территориальным преимуществом. И здесь Валерий Сарабутин обязан был забивать. Олег Власов обыгрывает опорника и бьет с левой ноги с 30 метров. Еще один удар в похожей точке, но Александр Ковзин, голкипер «Ротора», провел блистательный матч. В прошлом туре Ковзин допустил две ошибки, из-за чего «Ротор» проиграл. Но в этом матче Ковзин вдохновил своих партнеров своими сейвами. И Владимир Романенко, уже упомянутый мной, на 53-й минуте оказался первым на добивании. Затяжная атака волгоградцев. Динамовцы так и смогли вынести мяч из своей штрафной. Было попадание в штангу в том числе. И Романенко открыл счет. Прошло буквально 18 минут, и Мухаммад Султонов, новичок из ярославского «Шинника», отметился суперударом по штангу. Красивейший гол Султонова. Поднял мяч на лету, подстроился под него и пробил недосягаемую для генералова зону. Но это было еще далеко не все. Игорь Крутов вышел на замену на 78-й минуте, а на 79-й исполнил проход и голевую передачу на Ивана Толпового. Нападающим «Ротора» оставалось только не промахнуться головой по мячу. 3-0. «Ротор» сенсационно гранит «Динамо» СПБ, хотя перед матчем «Динамо» было на первом месте, а «Ротор» на 20-м. Сложно в это сейчас поверить, но «Ротор» был намного сильнее. «Ротор» был настойчивее, и помимо трех голов волгоградцы могли спокойно забивать еще не раз. Здесь ошибается защитник «Динамо» СПБ, но Михаил Бирюков не реализует выход один на один. Так или иначе, «Ротор» вполне доволен своей игрой. Игроки были в приподнятом настроении после матча. Они одерживают первую победу для себя в этом первенстве. 3-0.